Поздравляю команду «Торпеда» с победой. В общем-то, не получилось у нас сегодня игра. Абсолютно не получилась игра в атаке. Вот. С такой командой, когда можно было бы сыграть, в лучшем случае по сегодняшнему матчу, это в ничью, если сзади не пропустить. Но первый-то удар, наверное, сделали после 85-й минуты. Вот. Поэтому, конечно, разберемся. Ну, такие ошибки в обороне. Если первый тайм в обороне сейчас играли организованно, по сути, «Торпеда» там не дали, там были какие-то, может, полумоменты, то, конечно, второй тайм делать такие ошибки в обороне, конечно, какие ворота не лезет отсюда, вот такой результат. Дякую. Олег Михайлович Кубарев, голодный тренер команды «Торпеда» Беласка. Ну, тут я с Олегом Николаевичем соглашусь, что, наверное, Нимин провел не лучший матч, это счет отражает. Мы же провели не лучше первый тайм. И второго тайма нам хватило, чтобы выиграть. Нимин был сильнее нас в первом круге, мы во втором. Поэтому движемся вроде рядом, своих перецеп, каждый в своем русле. Все. Дякую. Коллеги, крыловское питание головным тренером. Казахский Владимир. Владимир Кузьмин, Владимир Николаевич, вам вопрос. Сегодня не оказалось заявки Курганского, Жуковского. Насколько их не хватило и по каким причинам? Ну, Серега Курганский, он заболел, он неделю болел, он даже на той игре с Гомелем был не совсем здоровый, то есть это такое заболевание ОРЗ. Вот. У нас была дилемма между кого ставить, мы решили на Василючика поставить. Жуковский получил травму в игре с Гомелем. Вот. И еще травма по травме Яблонский, поэтому у нас, конечно, какие-то кое-какие перестановки были. Но это как бы не в качестве каких-то. Все равно есть люди, которые когда-то должны играть, это будет шанс. Вот такие причины. Дякую. Еще питание Кириловска. Олег Михайлович, насколько я понял, Алексеевича вынуждены заменили, что случилось? Ну да. Ну, голова начала кружиться, то есть попросил замену. Дякую. Еще питание, коллеги. Игорь Николаевич, можно еще вопрос? Почему в дубле осели у вас Хвалько, Лукашевич и Емкевич, которые как бы рассматривались как игроки основной роли? Ну, почему они осели? На данный момент вообще Лукашевич проводит хороший сезон. В принципе, он пришел у нас с первой лиги с Литвы, да, или с Латвии. Ну, сейчас люди выздоровели. Тренируется 26, по-моему, человек. Вот. Что касается Хвалько, у него такие очень большие качели. Этот сезон плохо очень играет. С чем это связано, наверное, лучше у него спросить. Вот. Ну и поэтому, по большому счету, это линия обороны в последних играх. Я был доволен, что мы сыграли 3 матча на 0. Ну что случилось? Ну, это, конечно, и плюс вратарь, какие-то связи потеряны. Ну, сегодня вот такие матчи бывают. Вот поэтому выбор остановили на этих 18 человек, которые были заявлены.